Так, наступил ужин, на ужин запеканочка, которую я ел в обед. Вот с кетчуп-мезиком, вот так вот помакал. Посыпал еще черным молотым перцем. Для вкуса, для аромата. Вот тут такая вот макароны, котлетки, ну тефтели. Что-то сегодня куча мяса. Мясной день. Я сам по себе не мясоед. Мне вот, вот так уже, если честно. Я наелся мяса. На весь месяц. Вот такая вот котлетка. Помакал ее. Макарошек. Не, запекалочка, огонь. Да еще с кетчунезиком-то. Вообще уровень. По красоте все. Отключили ТикТок. Вещаем Ютуб. Да. Блин, она сытная. Очень. Еще бы макароны. Мясо. Ну, как котлеты. Сыр. Все это. Лютый микс. Лютый замес. Впереди еще десертик будет. Но десерт уже увидите в следующем видео. Десерт будет тоже на уровне. Довольно простой, но очень даже вкусный. Дособираю остатки. Ну, как говорится, остатки всегда сладкие.
Ой. Чё, пойдём? Потихонечку готовиться к десерту. Вот. Запеканка супер.